Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра. Сегодня среда, и настало время вскрыть недельные сундучки. Я надеюсь, что упадет что-то хорошее, конкретно направленное на улучшение персонажа и что-нибудь прокнутое. На самом деле хотелось бы. Так, ну что, мейн спек, хмелевар, танк. Быть может, ну не знаю, какой-нибудь тринкет прокнутый, колечко. Да, нет. Ну, колечко прокнутое с хорошими статами, кстати, между прочим. Да, это улучшение на 5 итем левелов. Неплохо. Модификаторы текущей недели. Кишащий, сотрясающий, укрепленный. Просто-напросто держим рейндж друг с другом. И большое количество усиленных ПХП мобов и атаки убиваем. Да и все. Не особо тяжелая неделя. Самое главное смотреть за собой, скажем так. С PvP сундука 400-го итем левела мал крайне шанс что-то выудить полезного. Но все же не стоит расстраиваться, если даже что-то упадет не то. Все-таки это шанс. Неудачный, увы, в текущий момент. Ладно, идем далее на ДК. Думаю, играя сейчас на Монке, вскрыв за него сундуки, я накопил удачу, а зайду на нового персонажа, как бы удача потратится и что-нибудь хорошее, быть может, дропнет. Я надеюсь на это. Нужно же как-то себя успокоить после не самого лучшего дропа, ведь так? Специализация кровь. Все, поехали. Там, по-моему, даже пыли титанов хватает с целью того, чтобы зеритку купить. Ну да, можно будет плечи купить для ДД-спека. Хотя, быть может, они даже прокнут лучше, чем мои танковские в текущий момент. Что это? Ступни на улучшение, отлично. Большее количество хосты. На 5 этом левелов, к тому же, еще больше. Ну и самый полезный критичный стат — это предмет не теряет прочности. Спасибо огромное, что экономите мою голду, давая мне такие шмотки. Я очень рад. Это просто прекрасно на самом деле. Что там по азериточке? Купим плечи рандомные. Испытаем удачу. Вот, это такие же на плечи, которые у меня в текущий момент. Отлично. Буду ли я их для танка одевать? Вопрос на самом деле хороший. Ну, на самом деле, мало желания в танка надевать эти наплечники, если честно. Так что, да, я оставлю их на ДД. Это будет более лучшее решение. Ну, а эти плечи на распыль. Тут что? Ремешок на трансмог. Ну, потому что у меня ремень крафченный и... Прокнуть что-либо очень сложно с таких сундучков. Ну и воинам нужно, конечно, еще портнуться, прогрузиться, но вы просто-напросто сможете легко скипнуть этот момент. До того уже дошли технологии. Да-да-да. Ну, как говорится, не прошло и 20 лет, я наконец-то прогрузился в Баралус и могу вскрыть ПВЕшный сундучок. Воин не особо одет, я им не рейдю, я им ничего такого не делаю сверхглобального. Просто-напросто прохожу 10 ключик раз в неделю, да и все. Но тем самым уже заимел пушку и щиток на него. Вполне неплохой, между прочим, по статам. И ноги хорошие упали с сокетом. Но, в принципе, это просто идеально на самом деле. Плюс 30 итем левела, полезные статы, да еще и сокет. Суммарно надетый итем левел почти 400-й. Это ли не сказка? По-моему, сказка. Вот такое вот недельное вскрытие. Весьма хорошее на самом деле. То есть на каждого персонажа упали шмотки с улучшением. Думаю, вам тоже упадет что-нибудь полезненькое в эту неделю. В следующую неделю выйдет обновление 8.1.5. До выхода 8.1.5 я еще сделаю некоторые интересные видосики по различным тематикам, по типу как подготовиться к 8.1.5, что стоит накопить, подготовить, как там морально подготовиться и все такое прочее. Расскажу обо всем этом. Ну и
Весьма интересный анонс будет на стримах. Немножко сменится контент. Надеюсь, кому-то он понравится. Как говорится, любой контент найдет своего зрителя. Всех вам благ, счастья, здоровья. До скорого. Берегите ноги.